достойны победы. Артем и Анастасия Кирилловы в браке 11 лет. Пара познакомилась на Всероссийской олимпиаде по физкультуре в 2005 году. С тех пор не расставались. Спорт для них – хобби, приятное времяпрепровождение и профессиональная деятельность. Анастасия недавно стала мастером спорта по пауэрлифтингу. Своей дочери Кирилловы тоже привили любовь к спорту. 9-летняя Кристина занимается фехтованием. Кирилловы любят активно проводить время вместе, поэтому приняли участие в конкурсе «Мама, папа, я. Спортивный». Семья. Хочешь победить? Да. Чтобы вместе победить и получить вместе хорошие эмоции. И призы. Значит, будем побеждать. Районный этап ежегодного городского конкурса прошел в 85-й школе. 18 семей промышленного района соревновались в двух категориях. В младшей участвовали родители с детьми в возрасте от 7 до 9 лет. В старшей с детьми от 10 до 12. Нужно было преодолеть 7 станций. К примеру, надувные лыжи, забег сумоистов и беличье колесо. Спортивные мероприятия, в которых участвуют семьи, очень важны и нужны. Мама, папа и ребенок рядом. Что может быть лучше, когда вся семья в сборе, когда семья чувствует папино плечо, мамину заботу? Это очень важно. Победители получили приз от Департамента физической культуры. Коврик для йоги, гантели и мяч. Финальный этап конкурса состоится 4 мая. Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События.